Хей-йо, гейс, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Манас Парк. В прошлой серии мы с вами поиграли за арбалетчицу, что мы о ней узнали. Жутко порезанный урон вдвое, даже может быть втрое. Нет, вдвое. На гоблинах это можно проверить, потому что наш лучник убивает с одного, она убивает с двух выстрелов. Дальше, у нее улучшена как скорострельность, но из-за урона это очень плохо. Хорошо, а что у вас есть? Начну с тебя. Кто ты такой? Вихан. Боже мой, эта поездка почти добила меня. Пожалуй, дай мне восстановить силы, скоро я снова могу ясно мыслить. Короче, когда мы сдохнем и снова здесь появимся, он уже будет готов. Я приложу усилия, чтобы отлично вас накормить. Взгляните на мои рецепты. Вау. Так. Расшированные яйца. Эти фаршированные. Ладно. Эти фаршированные яйца увеличат ваш шанс найти монетки. Монетки. Окей. Ты у нас что? Так. Вот. А, просто замедляет. Замедляет и отравляет. Я прокачаю, конечно, отравление еще. Там, оказывается, только два уровня у нас. Боюсь, вокруг уже нет так много людей. Я продолжу осматривать на всякий случай. Ах ты ж, ё-моё, больше я не могу ничего у тебя купить. Хорошо, а что ты можешь мне еще предложить? Блин, 18, на самом деле это дорого. Я возьму сетку, и сетка это имба. Да. Выбрано. Конечно, сетка будет у нас. Так, дедо. Первый уровень. Покупаем. Рецептов. Выбрано. Яички у нас. Отлично. Второй уровень у нас тоже. Черный хлеб. Это черный хлеб даст вам больше здоровья. Яблочная пшеничная каша. Эта каша сделает вас сильнее, то есть у нас повысится урон. Щи. Это суп из капусты, заставляет вас атаковать быстрее. На самом деле для арбалетчицы это будет хороший выбор. Ну, я не понимаю, это у нас сейчас будет, да, уже сразу готовый предмет. То есть у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 предметов, которые мы должны сами открыть, чтобы у нас уже были именно... О. А, это столовый лагерь. Это на выбор. Окей, но на самом деле это прикольно. Бесконечные рывки это тоже лучше, чем... Не, с другой стороны, она быстрее это делает, рывки. У них ее 3. Ну, если закончится, она больше не сможет использовать. Только нужно через какой-то промежуток времени это делать. Мне нравится. Лучник, просто лучник. Блин, нужно еду прокачать, чтобы мы... Ох. Да, все, отравление есть. Ништяк, отравление жесткое. А ну, паучки. Проверка. Ваншот, просто... отлично. Просто отлично. Ладно, с кабанов подайте еда, ну... Они редкость. Пипец. Ух, как это жестко. А, он перекатывается тоже не постоянно, там КДА. КДА есть на секунду где-то так. Прикольно. Отравленная сетка, ребят, это имба. Получается, два раза я могу кидать это капкан. Ну, капкан такой себе, но сетка лучше на самом деле, вот. На драконе лучше ее не использовать, потому что дракон ее поджигает. Да и все. Просто делаем вот так. И что, они ко мне даже подойти не могут. Имбущая и бущая. А, паучки у нас одна хпшная. Они этих все равно седлают. Монетка. Так. Да, здесь улучшили какие-то надгробия. Пожалуйста, дай мне урон. ХП, хорошо, у нас будет хил на каждой комнате сохранения. О, на такой вот стендике. При спуске. Так, монеты. У меня 4 монеты. Покупать я уже все равно могу ничего не покупать. А, у меня одна сфера только. Вау.
Так. Взрывается, поражая... Так. Разлетающимся паразитическими шипами. Короче, это как вот эти жуки ползущие. Мне бы, конечно, это все купить хотя бы. Чтобы было в инвентаре там... Окей. Стрельба дополнительная снарядом. Больше шанс... Вот это на самом деле здесь спорный момент. Потому что я могу либо атаковать двумя стрелами. Это херь, потому что там урон вообще, ну как, дальность очень маленькая. Либо вот это. Замедлять врагов. Ну замедлять это вообще переставает, чтобы враги двигались. Но это будет лучше из-за того, что у меня лук. Блин, на самом деле, походу здесь да. И у нас идет такая херь, как... У каждого персонажа свои предметы на выбор. Потому что у меня ни разу не выпал предмет на скорость атаки у арбалетчицы и тот же, допустим, раздвоитель. Почему? Вот где скорость? Мне хочется скорости атаки. На арбалетчицу скорость атаки это можно в кухне взять. По рецепту. Поехали. Поехали. Ну да, то, что он может двигаться в сетке, это... Такое, ладно. На самом деле, здесь спорный вариант. Не забываем, что я его отравляю. Ну, когда много стрел, он почему-то как-то немножко подлагивает. Или мне кажется. Так, камера испытаний. Так, запись журнала. Я никогда не просил рождать таким. Рождаться таким. Моя мать никогда не просила такого сына, как я. Когда им больно, они спрашивают, что они сделали, за что оказались здесь. Они кричат о том, что они просили этого. Так, внешняя реакция 32. Железный шлем, кажется, удерживает их от тряски и падения в безумие. Никогда бы не подумал, что нужно вбивать гвозди в их мозг. Какой интересный вид. Так, тележки были отличные идеи. Перемещение мешков. Бочек, людей, по одному... Так, бочек и людей. По одному было бы лишней тратой времени. Орки, похоже, не утруждают себя их использование, особенно когда они знают, что несут испытывающую страдания людей. Такое, ладно. Но у меня есть отталкивающие эти моменты. Да, он бегает. Нужно, короче, замедление. Хотя там же есть предмет на замедление, понимаете? Сетка сразу и еда на замедление. Это просто изумительно будет. Я покажу это, может быть, потом в практике. Просто в минус. Книг. Нужно... Я хочу все книги, интересно, как... сколько их всего здесь. Можно попробовать? Можно. Просто накидываем сетку на врагов. И они ваншотятся. Дай мне хп, пожалуйста. Ма, thank you. Thank you very much. Пойдемте пробовать что-то за херь. Ваша жертва была принята. И? Ага. Готово. Ой, блин! Вот я тупанул. А, ребят, короче, что у нас оказывается здесь? У нас жертва
приношение, мне интересно... Так, я думал, ты продержишься дальше. Питать удачу, либо вернуться в лагерь. Мысли. Играй как охотник. Бонус к здоровью. Турель. Мысли. Что это за карты? Не, я видел там, типа, отдел был у нас карты. Играй как охотник, мы возьмем карту, скорее всего. Либо здоровье. Либо вернуться в лагерь там было. Ага. Турель. Мне все-таки выпала турель. Бонус к здоровью мне дали. Теперь мне 4. Так, ты кто? Я нашел тебя без сознания и принес сюда. Надеюсь, сейчас тебе лучше. Блин, на самом деле... Ладно, просто турель можно проверить. Блин. Может... Ладно, давайте дойдем... А, попробуем. Я бы, конечно, такой, чтобы сдохнуть сейчас. И сделать имбустратку. То, что мне дает бонус, это, скорее всего, испытать удачу. Туда же. А что дает мне карточка охотника, которую мне не дали почему-то? Я не знаю. Короче, замедлялку буду брать, да и все, и не мучиться. Вот, ебогу. Вот что это за фигня, что... Откуда я знал, что мне придется тратиться до 1 хп? А там идет только чисто ваншот от врагов. Ладно, давайте, короче, я быстро найду. Хотя мне хп много дали. Отравляющая атака. Работаешь ли ты на... Блин, представляете, вот какая будет имба? А вот все это. Типа отравленная сетка, выстрелы отравленные. Но мне не нравится именно вот этот сам предмет. Если сейчас можно будет купить, я куплю. Тогда можно было на выбор брать. Или нет? Подожди, мы тогда тоже добрали. За дешево. Ладно, так, короче, сдыхаем. Возьму... Блин, хотя турель будет очень хорошая, может быть, против глаза. Как вариант. Ладно, давайте попробуем, хорошо, и попробуем. То, что я не могу замедлять, это очень отвратно. Но я могу заманивать врагов на турельку. Турель будет атаковать их. Но я уже затупил, и я взял херовый самый предмет. Я мог бы на больше урона взять, но я взял на... Тоже на урон, ну... Вот выстрел, весь выстрел. Ладно. Может быть, не все еще потеряно. Так, внешняя реакция 009. Почему он так много кричит? Похоже, реакция человека на огонь хуже, чем ожидалось. Было, было. Отлично. Зараза. Так. Вот на таких можно полках было бы искать хавчик. В принципе, две стрелы мне хватает, чтобы убить. Значит, нормальный, в принципе, радиус атаки у меня. Ладно.
Не буду жаловаться, научимся играть мы со с любыми моментами. Да, отравление хорошая вещь. Просто ой, а у меня атаки стали медленнее, не? Жизнь, да, у меня стали атаки медленнее. ХП дашь? Давай, ХП такой, бац, и ХПшка. Повышает здоровье, атакующие вас враги отравляются. О-хо-хо-хо! Вау. Оу. О! Ай-яй-яй, мне тоже... Больно? Долгий эффект. Долгий-долгий эффект. Так, ладно, и сейчас мы все равно отхилимся. По сути, оно так и... Где хавчик? Тут хавчик должен быть. Тут нету хавчика, отлично. Так уж и быть. А, у меня аж нету этого. Наплечника, да? Пакетика. Ладно, босс, давайте попробуем вот эту механику на боссе. Я думаю... Он будет очень быстрый, босс. Я даже в этом не сомневаюсь. Просто вынес, просто вынес. Мне даже хватило бы просто 5-6 выстрелов обычных своих атак. Босс, дракон, туби, пизда. Нет, турель на самом деле хорошая против некоторых врагов, ну, так как она не пробивает щиты, и щиты, по ходу, нельзя ломать у скелетов. Спорно, спорно. Раньше скелеты щиты ломались. 5 выстрелов со стрелы. Улучшенные выстрелы, ну, с силой, понятно, улучшенные. 3 выстрела, у скелета ломается щит. Теперь они держат его постоянно. Щиты не ломаются. Не ломались только щиты у рыцарей вот этих, арбалетчиков. И вызовы теперь можно принимать. Так, только мне хп. Минус. Хп нужно найти. Так, ладно, он труп. И вы трупы. Ага, блин, здесь может немного пролагивает. Изи. Мне интересно, как будет дракон справляться против моей турели. Я специально турель буду ставить под него. Он будет появляться. Вот я делаю повороты, такие полосы. Ух, замонтил как... Мак, как не знаю кто. Молот. Сильный отбрасываем увеличение урона. Найс. Найс. Найс.
все, всему живому хана. Всему живому хана. Монета где? Ага, вижу за бочкой. Все, просто уже одного выстрела хватает, чтобы его грохнуть. Боже, просто вы ничтожество. Я думаю, мы справимся с драконом просто... Фу, так, реакция. Внутренняя реакция 139. Сегодня великое открытие. Люди, похоже, отлично реагируют на ману арканы при эксперименте с трубой. С трубкой. Я так горжусь своими маленькими монстрами. Существует большая трудность в поисках записи истории человека. Пускай любой след, оставшийся их культурой, часто учитывается захватническими набегами. В эльфийских рукописях также нет упоминания о случаях контакте... А, контакте, наверное. Ошибка. Извините, у вас тут ошибка не контакте, а контакт. Людьми. Будьте любезны исправить. Ошибка локализации. Да, у нас, походу, сегодня серия будет менее такая длинная, чем раньше. Блин, ну, в принципе, здесь за счет отравленных стрел у нас плюс идет. Поэтому я буду брать отравленные стрелы. Ох, ништяк. Так. Сетку. Сетку я брать не буду. Бля. Ладно. Пробивающий снаряд. Умножать здоровье вы не можете есть. Атакует и в ближайшие к вам враги каменевают. ХП! У меня ХП понизилась! Так, обнаружу новый предмет. А ну? Сколько ты, подожди, перезаряжайся, извините-ка. А ну? Долго. Сетка быстрее. Блин, вот это херово. Блин, здоровье забрали. Ну, пронзающий выстрел. При пронзении, интересно, у меня будет засчитываться отравление. Вот это очень хороший сейчас момент. Потому что пронзающие атаки, на самом деле, они пронзают полностью все, кроме стенок. То есть они пронзают у нас щит. Ладно, это у нас такой. А, еще не босс. Ай-яй-яй. Ладно, ХП хотя бы дали. Да, я тебя что-то перепутал? Острое перо. Пробивные снаряды. Снижает здоровье. Снижает здоровье. Понял, принял. А где? Оно не пронзает. Извините-ка вы меня. А, нет, через щит, да, пронзает. Через щит, да, я согласен, пронзает. А хотя мне это и нужно. Блин, а раньше оно просто через врагов тоже пронзалось. И то есть, я, понимаете, пробивал врага. Ох, если бы у него сейчас это получилось. Было бы плохо. Так, рычаг. О, я и там, да, не опустил. Забыл. Не, я до конца локацию тоже прочухаю, потому что следующий у нас босс. Здесь
Пипец, она жирная по хп. Ну что, турелька готова? Нет, турель на самом деле... Тихо, я комнату пропустил. Турель на самом деле она длительная. Если ее улучшать, я посмотрю, сколько там стоит улучшение, и я ее, наверное, прокачаю. Рыцарь. Ну давай, ладно. Ух ты ж, ё-моё. На выбор. Скорость атаки, конечно, вы шо гоните? Не, вот... Да, там еще одна, да, у нас яичко? Блин, ну... Босс... Такой, ладно. Пробивающая... Хорошо, что у нас хорошо тут складывается? Отравление, плюс пробивание и рандомно... Кстати. Повышать здоровье. Атакующие вас враги отравляются. Дракон отравится, отравляется тоже, или у нас просто жирает автоматически? А, у нас, блин, у нас же точно еще эффекты от карточек. А я про карточки забыл. У нас стреляет в ближних ближайших врагов. Так, у нас турель просто должна стрелять. Хороший сон, бонус к здоровью. Это просто дополнительное хп. Ладно, попробуем. Да, конечно, босс поляжет быстро. А, заметьте, он атакует мою турельку. Я у него. Все, все. С отравлением и пробивающим атакой босс у нас хэштег не жилец. Открываем. Не, все-таки у нас не быстрая будет сегодня серия. А, что? Блин, чем дальше, тем лучше, потому что у нас больше и больше предметов. Загрузка. Понятное дело, что это Hourglass, что оно будет теперь постоянно, там обновления всякие, новые предметы. Конечно, это буду снимать, все смотреть. Загрузка. Я не понял, почему он начал замедляться у нас, дракончик. У меня на замедление ничего нету. Камера операций. Ой, блин, а дальше у нас все больше и больше становится. Не, ко мне до хера. Такое. Вот стали сильнее или их стало больше? Ой-ой, плохо.
Это не ловушки. Это тоже не просматривается, да? Листики у нас. Не-не-не-не. Сорян. Что ты умер? Пипец, здесь у нас локации поменялись. Баночки сраные. Ага, это он о них, да, говорил, типа, со стрелами? А это он что? Это коробка. А, пойдемте в эту сторону. Так, здесь у нас парниша... О, тихо. А как мне тебя освободить? Давайте с этим сразимся. Окей. На выбор. Дополнительный снаряд, больше шанс. Увеличение урона я лучше возьму. Капли еще точно с первых сначала подала. А че я тебя открыть не могу? Тихо. Ага. Ага. А можно мне... Извини, я открыть не могу. Потому что я не могу это запульнуть. Камон. Да ладно, я не могу ворот открыть. Ладно, делаем таким образом. Это единственное, как я могу поджечь хотя бы что-то здесь. Тихо. Мне нужно поджечь ровно так, чтобы я мог отсюда... О! Ну сейчас огонь потухнет, конечно. Новый персонаж открыт. Уэйт, воин. Уэйт, следующая серия будет за тобой. Блин, видите? Минус. Маленькие дистанции атаки, и я просто не мог их зажечь. Так, по идее, сейчас у нас должна быть комната. Я скину кристаллы, да? Или лаб, подождите, или лаборатория у нас была. Тайные комнаты, все отлично. Сколько у меня? 32. Ох, ништяк. Нужно, чтобы все оно кучкой вот так сразу. Так, новенькое что там? Лечит один при использовании, пополняется в каждой таинственной комнате. Как раз на все монеты. Так, увеличение урона. Перетасуйся еще раз, эта херня будет теперь у нас. Увеличение урона. Восстанавливать здоровье после убийства нескольких врагов. Здесь без вариантов урон. Здесь без варианта урон. Больше урона, больше выносимости. Всех остальных мы уже выносим, пауков мы жестко не выносим. И не выносим мы очень хорошо этих. Черных магов и обычных магов.
За счет отравления мы наносим так, более-менее. Если б не было турели, у нас была сетка, я был бы еще быстрее выносил врагов. Хотя, турель мне помогала в убийстве дракона. Турель мне помогала в убийстве глаза. Сетка бы теперь отравляющая, она ж теперь и глаза будет убивать, так? Блин, а вот это вот не подумал. Ладно. Такой с... Ой-ой-ой-ой. Уа! Пипец, вот... Просто посмотрите на урон, сколько урона. Так, новая информация. Не приступайте к огненным экспериментам с незаложенными ушами. Их крики выносимы. Камеры почти готовы. Первая группа раз... Ага, ясно. Так, недостаточно скелетов, они не в состоянии избегать ловушек. Это невероятно. Не знаю, в чем дело, то ли зрение не позволяет их обнаружить, то ли отсутствуют болевые ощущения, не дает поводу для беспокойства. Мысли. А, там еда была, я понял, я черепа скушал. О, нихера себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, да, значит, он нас просто сожрал. Просто как ам-ам. Не, вот это жесткий. Хотя у меня сколько здесь предметов, смотрите. Раз предмет на урон, у меня... Раз, два, три. У меня три предмета на урон, плюс предмет, который удваивает. Ну, ладно. Вернуться в лагерь. Извини. Я понимаю, что там чисто из-за карт, но... Еда тоже норма. В следующей серии, что мы с вами делаем? Разговариваем со всеми, кто здесь есть. Со всеми, кто у нас здесь есть. Плюс уже новенький. А, тут данные теперь. Все, отлично. И у нас новый персонаж. 56. Нихера себе. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.